Сергея Панайко, то он, помимо того, что сам бегает, еще и тренирует участницу нынешнего чемпионата Европы Марию Макрову, которая побежит 4 по 100 метров. Ну и по совместительству является мужем Натальи Лук. Вот я хотел сказать, у него еще есть одна очень важная обязанность. Наташа, да, тоже бежала здесь. Бежала на 800-метровой дистанции, мы уже ее видели. Ну что ж, все внимание сейчас на шестую дорожку. Дмитрий Баску, и рядом с ним Лоренс Кларк, Великобритания, 5-я. Ну, не знаю, в какой форме сейчас Дувалидис. Он, конечно, бежал великолепно, но вот после перерыва, насколько он готов, мне трудно сказать. Два выходят напрямую, и двое добираются по результату. Баску пока впереди. Только наращивает свое преимущество. Выиграет здесь, конечно, он явно. А вот результат, какой будет результат? 13-22. Да, но испанцы все-таки что-то узнали такое. Посмотрите в спринте. Посмотрите, похоже, что и здесь испанец попадает в финал. По-моему, он был второй. Безусловное преимущество Дмитрия Баску. Он отлично пробежал по лучшему результату в этом.